трясусь падает опять. У меня точно появилось какое-то привидение. У меня ощущение, как будто кто-то выбивает из рук. Я там сделала видео, два раза писала привидение. Кусик, иду и думаю, хорош, иду. Я два раза делала видео, писала, что привидение какое-то у меня. Я даже сняла тот момент, когда у меня выпала пластиковая кружка выпала два раза. Прямо два раза, раза. Ощущение, кто-то просто выбил. И когда она выпала у меня, там с клубникой у меня был этот шейк, и разлилась по полу, я сняла этот кусочек, и потом сняла кусочек, поднимаю ее снова, она у меня снова, как будто вот ощущение, кто-то бах мне по руке, выбил эту кружку. Она уже пустая была. И я, когда монтировала видео, смотрю, этого видео нет, где я снимала, как оно разлилось. Не сам момент, когда упала, а уже когда упала, как оно все поразливалось, как я вытирала это все. И точно второй раз я опять нажимала, когда я... То есть я закончила съемку, а потом что-то взяла стакан и что-то снимала, и у меня стакан опять летит с рук, пустой уже, слава богу. И до этого, за день до этого, у меня... Я тоже наливала в стакан воду. Там был лед, там было блюбери. Я наливаю, и у меня вот ощущение, держу в руке. Мне ощущение, кто-то мне по руке как дал, и она как разлилась у меня все по полу. И вот сейчас опять камера у меня просто из руки чуть не выпала. Вообще. Домовую, прекрати вот это. Кто ты? То есть кто-то просто реально, вот кто-то... У меня такого никогда не было. За два дня три раза выбить у меня стакан из руки. Это вообще, это нечто. Итак, я готова, я переоделась, едем к Аллочке. На улице жарковастенько, конечно, но, понятное дело, у нас скоро 1 августа. Август месяц у нас самый жаркий, ну, как, наверное, везде по всему. И сегодня я заметила, сегодня вот я сегодня протирала стекло, стекло зеркала. Но я каждый день возле зеркала, и каждый день вы видите это зеркало. И я сегодня подхожу, смотрю, а тут такие два отпечатка, прямо как будто вот чья-то спина. Я думаю, мало ли, я говорю, Данек, может, ты прижимал спиной к зеркалу. И он говорит, бабушка, ты чего? Прямо такие отпечатки вот тут вот были, как вот, ну, что-то такое большое, то ли спиной кто-то, ну, короче говоря. И вот тут какие-то как будто отпечатки пальцев были. Надо было снять. Что-то я не подумала. Я схватила полотенце, это бумажное, давай все это протирать. Ну, в общем, что-то у меня завелось, наверное. Ко мне, наверное, перешли от Дугласа его эти ГОСТы. ГОСТ – это привидение, 100%. Сейчас опять как выбит мне камеру. Все, поехала к Аллочке. Она мне звонит, ты где уже, давай выезжай. Я говорю, Алла, я все равно буду у тебя поздно вечером. Я к тебе приеду часов 8 либо в 9 вечера. Потому что, как я сказала, я остановлюсь на Флаглер Бич, если мне повезет. Если Балашов будет на месте, мы обязательно встретимся, поговорим, сделаем видео. Кстати, последний раз, когда мы с ним встречались у него в отеле, я делала видео. Он так хорошо рассказывал. Я приезжаю домой, видео нету, хоть ты тресни. Так что такое иногда случается. Все, поехали.